Подарок себе и в первую очередь хвостикам. В приюте появилось теплое сердечко. Немного наших бытовых новостей из домашнего мини-приюта собаки Семашка. После того, как Симба, так уж назвали нашего маленького щенка, который недавно переехал в новый дом у волонтера, Марина Абельдяева высвободилась хоть немного свободного времени. И она решила его потратить на решение некоторых жилищных вопросов, как личных, так и хвостов в целом. Но вначале, хоть и немножко с опозданием, хочу выразить всем огромную благодарность за ваши поздравления, пожелания и подарки в мой день рождения. Не представляете, как было приятно услышать столько слов в свой адрес. Я была искренне тронута. Не обошлось и без слез радости. Спасибо, рассказывает волонтер. На все средства, полученные в тот день, Марина Абельдяева решила немного порадовать и себя, хотя эта покупка пойдет в первую очередь на пользу самому приюту. Вчера купила в магазине печку калорифер на твердом топливе, в простонародье буржуйка. Большое спасибо еще раз нашему Шелли за организацию транспорта и доставки к воротам приюта этой печки. Надеюсь, она станет достойной заменой электрообогревателям, которые мы постоянно теряем из-за перекусанных проводов, сами знаете кем. И да, теплоотдачи от них существенно меньше. Будем смотреть, если проявит себя хорошо, купит женщина еще одну, поменьше, в сарайчик. Зима у нас непредсказуемая, если ударят сильные морозы, некоторым собачкам придется переезжать из будок и вольеров в помещения хотя бы на ночь. Начала хозяйка строить новый вольер, уже готовы стены, дверь, осталось дело за самым сложным, крышу какую примостырить. Также разработала и уже утеплила пенопластом несколько будок. Избавляемся теперь от сквозняков, и да, осенние холода уже не будут так тревожить. В планах отремонтировать и одну из комнат в доме, утеплить стены, залить и перестелить полы, но это уже по остаточному принципу, если будут позволять время, силы и, главное, финансы. Все-таки на первом месте наши любимые хвостики и их условия проживания. А на фото Дик и его пока еще недостроенная, не вовремя кончилась фурнитура осенняя резиденция.